Германия приходит в себя после зимнего урагана Фредерики, жертвами которого в этой стране стали по меньшей мере 8 человек. Скорость ветра в эпицентре достигала 140 км в час. Из-за непогоды было практически прервано железнодорожное и воздушное сообщение. Но от этих кадров просто захватывает дух. Пилотам потребовались полная концентрация и высочайшее мастерство, чтобы при шквальном ветре посадить лайнер в аэропорту Дюссельдорфа. Отбушевав в Германии, Нидерландах и Бельгии, ураган Фредерики взялся за Польшу, оставив без электричества десятки тысяч человек. Порывы ветра сопровождались снегопадами. На дорогах увеличилось число ДТП. В большинстве аэропортов страны сложные погодные условия привели к задержкам и отменам рейсов. Синоптики не радуют прогнозами. После урагана метеорологи обещают сильные морозы. Почувствовали на себе зимние штормы европейцы по ту сторону Ла-Манша. Наиболее пострадали районы Восточной Англии. В ночь на пятницу Шотландия и Северная Ирландия оказались во власти обильных снегопадов. В Бельгии и Нидерландах стихия унесла жизни 4 человек.